Здравствуйте, меня зовут Борис Уваревич Боровский, и вы смотрите очередной выпуск передачи «Проект мечты». Сегодня мы едем смотреть дом, в проектировании которого участвовал архитектор Алексей Розенберг. Алексей очень интересный персонаж, я бы сказал, потому что он занимается, во-первых, видеоискусством, то есть он снимает клипы, во-вторых, он замечательный архитектор. И делает замечательные интерьеры и строит прекрасные дома. Причем у него упор идет на замечательные детали из дерева, какие-то шкафчики, какие-то конструкции. И меня они все время восхищали. Но я все время видел фотографии, никогда не был на его реализованных объектах. И вот сейчас мне посчастливилось, наконец, поехать и посмотреть самому. Как это будет, мы не знаем. Что это будет за проект, мне ничего о нем не известно. Единственное, что есть некоторая интрига, которая читается в этом проекте, как мне говорят. Внешне ничего не понятно, но внутри есть какая-то восточная философия. Это дом не центростремительный, скажем, не центробежный, а центростремительный. Это принципиальное отличие от европейского подхода вообще к архитектуре. Здесь стержнем является вот это пространство, вокруг которого нанизаны все уровни, которые смещены друг против друга, и окон наружу, на самом деле, не так уж много, они только там, где необходимы, потому что шахта, она все освещает. Ну и самое главное, здесь как бы свой собственный, что ли, миф существует, да, это вот буквально подземный мир, там, своими подземными водами, и свое, там, собственный восход своего собственного маленького солнца, и этот мир под контролем этому человеку. Была идея построить дом, ну и я как руководство к действию стал смотреть, какие вообще бывают интересные дома в мире. И на там четвертом-пятом просмотре стал обращать внимание, а где же они, собственно говоря, построены. И заметил, что ни одного российского дома там нет. Я пришел к архитектору и говорю, ну, давай что-нибудь сделаем такое. Ну, он загорелся идеей, и вот 2 года мы ваяли такой проект. Получилась, в общем, недюжинная вещица, и, по-моему, даже он вот лучшие дома конца 20-го, начала 21 века Питером издан, это туда вошло. Ну, а пока мы едем по Никольной горе, и, похоже, где-то рядом уже этот дом. Ну, уже отсюда видно фасад дома, белый такой шикарный, но плотный забор и какая-то причудливая надпись. Может быть, в этом как раз и есть зашифровка восточной темы этого дома, хотя, честно говоря, по фасаду дома ничего не вижу шибко восточного. И современный, может быть, даже минималистичный архитектурный такой проект. Так, посмотрим забор. Да, чем мне нравится минимализм, конечно, это вот сразу читается, кстати, в этом заборе. Цвет белый, столбов нету, ровная плоскость и замечательный получился заборчик. Хорошее предвкушение к дальнейшей архитектуре. Мне нравится. Будем смотреть дальше. Вот и калитка. Заходим. Первый вопрос, который возникает, почему так мало окон? Но вообще, в целом, все равно кажется довольно интересным, если не разбираться, а где же здесь тема Востока. Хотя я бы, честно говоря, вот если бы посмотрел на верхние элементы, и там ткань, та, которая висит в этих проемах, я бы, конечно, что-то вспомнил. Какая-то ассоциация была с восточным городом. Стена глухая, окон нет, и в то же время там где-то наверху есть какая-то жизнь. Ну, сейчас посмотрим, какая там жизнь. Ну, что я могу сказать? Интересный дом. Дом, собранный в единый куб.
довольно трудная архитектурная задача, которая здесь, по-моему, оригинально решена. Мы не видим каких-то крупных витражей окон, но в то же время окна на месте, окна есть, а поверху идут открытые такие амбразуры, в которых некая ткань. Наверное, там какой-то эксплуатируемый этаж кровля, но в целом ничего не раздражает, ничего не выбивается из кадра, из идеи самой. Все на месте, и в то же время есть и какая-то платформа деревянная, тоже довольно минималистичная, но, в общем, красиво проработанная. Введен цвет этот рыжий. Не знаю, мне кажется, вполне уверенный, хороший, красивый проект. Я посмотрел благоустройство, оно тоже сделано, в общем, правильно. То есть к такому дому, конечно, хочется стриженный газон. Он сделан. Сделаны какие-то еще строения тоже такого радикально белого цвета. Здесь много архитектуры, но жить здесь, по-моему, очень приятно и интересно. Будем встречаться с архитектором и задавать ему какие-то вопросы. Рад тебя видеть. Да, привет. И рад видеть то, что ты здесь запроектировал и построил. И мне, конечно, интересно, как он создавался, потому что по некоторым деталям я вижу, что дом не вчера построен, что он, конечно, все-таки, наверное, какое-то время долгое строился, и есть какая-то у него история. Дело в том, что я с хозяином дружен, и как-то очень давно я ему нацелил эскизик, эскиз, в котором есть шахта световая и коробка замкнутая, ориентированная вовнутрь. Вот. А потом мы с ним немножко расстались, он пошел к Шабунину. Делали они с ним вот такой чертеж, каркас коробки конструктивистской, явно конструктивистской, минималистской. Вот, построили ее достаточно технологично, в том числе и плоская кровля, мы с тобой уже об этом говорили. Но она как раз, плоская кровля, это как раз и, в общем-то, в минимализме очень хорошая тема, потому что скатная кровля не получается никак, другой стиль, да, поэтому мы становимся заложниками в определенном смысле, что она должна быть плоской, либо она эксплуатируемая, либо нет. Я так понимаю, судя по этим бойницам таким, да, она эксплуатируемая. Ну, это отличное там пати такое, открытое open пространство, да, где там тусовки происходят, просто хозяин лежит. И там есть всякие зончики интересные еще, из-за того, что весь дом построен разноуровнево по отношению к этому центральному стержню, да, то в том числе и крыша тоже разноуровнево. Там есть часть выше, часть ниже. Соответственно, понятно. Вот эта разноуровневость, кстати, считается на фасаде, что, в общем-то, привлекает, да, потому что есть видно, что вот есть какой-то ряд окон, да, потом есть сбивка, вот то окно выше, здесь окно. То есть, наверное, это внутренняя такая сложная организация привела к тому, что и фасад получился сложным. Ну, он композитный, скажем так, да. То есть он сложный. Ну, в терминах минимализма. Идея того, что все-таки деревянная терраса рядом с таким бетонным, или каменным домом, да? Не было в этом противоречия определенного? Или это было сознательно? Ну, это простой контраст, на самом деле, абсолютно работающий. Это, палуба, назовем палуба, просто выходишь. Она протекает, вода спокойно, она не влагозащищенная, отдуваем ветрами и всем прочим. Хорошо высыхает, опять же. Да, значит, и она просто именно приставлена. Вот. Ну, что хочешь сказать, знаешь, по поводу объема, сказать, что объем хорош тем, что он не кажется большим. Вот представьте, от него какой-то масштаб. Его масштаб, довольно маленький. Да. Хорошо. Ну, давай тогда, может быть, чуть подетальнее, тогда посмотрим, что там еще есть внутри. А скажи, пожалуйста, вот все-таки в чем тема Востока? Я так понимаю, что где-то она здесь должна присутствовать, но я ее пока, в общем, почти не увидел. Ты знаешь, она, конечно, скрытая тема Востока, но выражена в самом главном. Видишь, довольно аскетичный фасад. Такое ощущение, что не хватает света внутри, да? Как восточные такие кварталы, когда есть очень много стены, а внутри есть какой-то дворик, да? И, собственно, так оно и есть. Само внутреннее пространство, оно все направлено вовнутрь. Так, что она смотрит вовнутрь, а наружу только видовые точки определенные. Причем, как ни странно, самое большое количество окон дает окна, как раз, которые на террасах. Это внутри еще увидишь, что на самом деле все обращено вовнутрь к свету, к источнику света. И то, что обычно пугает европейцев, в частности, российских наших потребителей, когда ты стоишь голые стены, глухие, не там окон, да, как это страшно, да. Там, наоборот, эта штука очень красивая, потому что свет струится, заливает сверху. Но это все-таки не соответствует какой-то русской традиции, когда мы все-таки больше обращаемся к природе, к участку, там, к этой зелени и так далее. Этого нет, да? Абсолютно не соответствует, да. То есть здесь два мира есть. Мир внешний совсем, и мир внутренний, который, я считаю, что это очень важно. Знаешь, дом сам по себе не хорошего масштаба, и когда этот масштаб подконтролен, микромир создается человеку, у него возникает, больше миров таким образом. Есть большой мир, но тоже подконтрольный. Есть маленький мир, сосед подконтрольный себе. Ну хорошо, пойдем посмотрим на внутренний мир этого дома. Попробуем. Хорошо.
Ну вот мы видим это центральное пространство, да? Я так понимаю, вот этот свет льется внутри дома, сверху фонарь. Ну это, конечно, потрясающе, да? И плюс еще какой-то стеклянный пол, под которым бассейн. Первый раз такое вижу, честно говоря, и даже как-то опасно, да, ступать на это дело, но что-то в этом есть. А ты знаешь, что у любой плоскости есть критическая точка? Ты меня не пугай, потому что я не хочу сегодня купаться в бассейне, я хочу сегодня просто все внимательно посмотреть. Да. Ну, честно говоря, читается, конечно, вот эта стилистика начала 21 века. То есть я имею в виду, что вот когда в 90-х годах мы отрисовывали, я помню, такие квадратные объемы, всегда в центре рисовалась такая пирамидка, и внутри вот этот свет лился через такую пирамидку. Это идеи, где-то я ее видел такую идею. Ну, она, конечно, не нова. Я думаю, что все это пришло к нам через Японию, по большому счету, когда мы стали японский конкурс смотреть. Uh-huh. То есть идея таких замкнутых пространств, uh-huh, очень тонко организована с точки зрения пропорций, размеров и всего прочего, она, скорее всего, как бы оттуда смешалась. Uh-huh. Но у меня, конечно, азиатские корни здесь сидели, потому что... Uh-huh. Только... Ну, опять же, восточная тема получается. Та, о чем мы говорили там, да, на улице. Когда есть стена... Есть замкнутое пространство, и внутри свет льется через этот свет через верх, да, то есть это дворик, как бы, который в доме внутри все освещает. Ну, а самое главное, конечно, это попытка, да, сделать буквально такой микрокосм здесь, да, вот там это подземный мир, угу, с подземными водами, да, да, там вода. Собственное солнце свое, да, вот, и хозяин вот в этом во всем, как бы он, Господь Бог, собственно, получается. Угу. Да, здорово. Хорошо, а сколько всего здесь уровней получается, вот даже с перебивками, если их говорить? Сложно посчитать, на самом деле. То есть это что... на самом деле 3, условно говоря, а вообще-то 6, да? Гораздо больше, да, потому что самый нижний – это бассейн, он вровень с фотостудией. Ага. Это уже второе, это вот третий. Второй, где уровень входа. Входа, да. Второй, третий, где уровень гостиной. Где мы сидим. Четвертый, промежуточный, где библиотека. Это уже следующий уровень, там гостевой комнат. Это уже, да, это какой-то 4+, условно, да, говоря, да? 4+, звучит хорошо. Вот. А вот там, видишь, была затея закрываться совсем наглухо, это приватная часть хозяйская. Потом вот отошли, двери сняли. Видишь, что здесь? Да, двери нет. Они стали лишние, потому что это была детская, там кабинет, и там спальня хозяина, и это окно в туалет. На самом деле штука очень хорошая. Вот, знаешь, как бы совсем простая вещь, но когда у тебя в таком интимном помещении есть окно, которое до пола, и оно работает с провалом, в какую-то пропасть такую, а там вода еще, то такая штука, ну, эмоционально... Ну хорошо. И вообще, вот это вот объединение всего дома единым пространством, это тема самая благодатная. В общем, вокруг нее очень легко выстроить этот сценарий. Ну хорошо, давай тогда будем двигаться по этому сценарию. Значит, итак, мы находимся в зоне гостиной. Хочу твое внимание обратить на то, что, смотри, здесь как бы присутствует такая геопластика, тектоника особая, да? Все уровни разделены между собой на разные высоты, во-первых, да? Uh-huh. А во-вторых, на довольно значимые, без всяких ограждений. То есть, в принципе, возникает всегда риск, что ты можешь упасть. То есть это специальная штука создана для того, чтобы... Более того, вот лестница отдвигается. Вот лестницу можно отодвинуть. И получается там отрезанное пространство. Отрезанное пространство возникает. Отчасти, кроме функций, собственно, интересно, да, я тебе хочу сказать про некую концепцию, про которую я, возможно, уже говорил, что архитектура должна быть немножко чуть-чуть опасной. Здесь это есть. В этом стекле, в этом уровне без ограждения, который высоковатый, да. Видишь, вон та стеклянная лесенка, которая там возникает между... То есть для того, чтобы было больше эмоций? Ну, чтобы тебя тереть, да. Чтобы у тебя адреналин выделялся? Точно. А, архитектура с адреналином. Вот. А, так это лозунг. Розенберг, архитектура с адреналином. Если писать какие-нибудь, да. Вот. Ну, понятно. Ну, а еще, конечно, хочется похвастаться буквально. Это очень много заняло силы времени. Угу. Скрупулезность по поводу мебели. Угу. То есть я сам впервые к этому подошел, никогда мебель не проектировал. Угу. Вот меня на это сподвигли, знаешь, такие детские ассоциации с пушечными портами, корабельными, которые открываются. Угу. Я попробовал сделать японскую технологию без механизмов. Посмотри, что получается. Видишь, какая штука? Видишь, открываем. Ты мне немножко помогаешь еще сейчас. И дальше задвигаешь его. Задвижка может быть разная. Такая. Посмотри, во-первых, это тебе во всей этой дуре, которая является балкой, дает разную пластику все время, да? Во-вторых, она может быть полифункциональной, то, что ты берешь ее, ставишь... А, то есть сюда можно что-то еще поставить, ставить, да? Так давай сейчас закроем эту штуку. Заметь, механизмов никаких нет. Теперь открываем ее вот так вот. И делаем вот так вот. Ну, второй способ открывания. Всего лишь навсего расточена штучка. Получается так, что здесь две зоны гостиные, да? Но в одном доме две зоны гостиные. Я вижу, вот одна гостиная, вторая гостиная. Это вот в чем концепция тогда?
Ты знаешь, это уже градусы буквально. Это да? Холодная гостиная, а это теплая, не по температуре, естественно, теплая, да, по ощущению. Это библиотека, музыка, вот релакс такой, потому что все работает, вот та стенка, она работает как кинотеатр. Да. И амфитеатр, который позволяет бороться. А эта штука такая, вот она как бы камерная получается. Ну, я вижу, смотри, вот мне нравится вот эта деталь, да, колонна, библиотека, да. С одной стороны, вроде кажется, что это конструктивный элемент, а на самом деле, я так понимаю, что это просто хранилище для книг, да? Да, и она двигается, ко всем прочим. Как двигается? Не может быть. Ты сейчас не сможешь подвинуть, потому что она колеса, правда, двигается. Там, видишь, это же такая штука, смотри, хочешь, покажу. Вот там хранится кинопроектор, да, или там геопроектор в этой штуке. Вот сейчас у меня не хватит, наверное, сил физических. Вот эта штука, все, видишь, это выкатные шкафы с дисками. То есть есть такая мобильность всех этих элементов, всех элементов. Видишь, они узкие, выкатываешь одну штуку. Мы можем попробовать даже сейчас, если приложиться. Ну, понятно, да. Вот такая штука. Огромное хранилище музыки, да. Вот. И так каждая из этих пластин. Угу. Слушай, очень оригинально, я очень первый раз вижу такое. Это, кстати, да, надо на заметку как бы иметь в виду. Да, но я тебе хотел показать специальную деталь, которую ты, безусловно, оценишь. Ага. Во-первых, как предмет дизайна, лесенка, видишь, как она сделана, как все в ней. Штуковина, такой тяжелый узел специальный вот этот. Это лиственница, я так понимаю, лиственница, да? Тоже, да. Вот ты забираешь ее наверх, эту штуку. Так. Садись, не бойся, садись сюда вот. Так. И получаешь, что у тебя там столик для работы. Ничего себе, точно. Да. То есть я могу книжечку раскрыть, да, то есть любую, достать книжку, и ее как бы здесь, ничего себе, я еще и езжу здесь. Так это вообще механизированный дом. С разными механизированными штуками. Скажи, пожалуйста, а управлять? Я не могу отсюда управлять. А ты можешь управлять вот, либо с пультом, там сидишь и... А, видишь, толщина? Да, такая, да. Ну, это конструктивная толщина, да. Столярные склейки красивые. Да. Но это не просто так, это для таких трещин. Ой, какая красота! Как я люблю такой дополнительный свет. Я все время его ищу в разных пространствах, чтобы, ну, и здесь было немножко подсветка, и здесь. А это вот то, что надо просто. Зажила библиотека, просто зажила. Моя-то гордость является то, что как все это сделано. Угу. Все столярные стики у каждой штуковины. Даже вот у ящика такого, посмотри, сколько столярных. Всяких ручек правильных. Ну, ты знаешь, я на самом деле не удивлен. Почему? Потому что я даже в начале передачи сказал о том, что я ехал сюда увидеть как раз вот эту детальную проработку именно и работу с деревом. И я как раз не удивлен, что здесь вижу то, что я и ожидал увидеть. Потому что это очень красиво и очень, очень здорово. При всей некой радикальности пространства, оно все-таки радикальное пространство, да. А тебя ничего не пугает. Это все равно, потому что на подкорке ты работаешь с банальным. Белая стенка, теплое дерево. Да, все знакомо, все узнаваемо. Да. Да. А идешь ты вдоль этого края, оказывается, там обрывчик. Да? В общем, это балансировка на опасном, на реальном и опасно, да, не опасно. Да. Штука очень, на самом деле, мне лично симпатичная. И это, мне кажется, тонкая материя, на самом деле. Ну, здорово, хорошо. Ну, давай еще посмотрим другие уровни, потому что все-таки здесь очень много чего есть посмотреть. Давай. Пойдем. Вот что мне нравится, то, что висит чертеж этого дома. То есть такое уважение к архитектурному проекту. Мне кажется, это хороший знак того, что заказчику нравится архитектура. Да, вот сейчас я понимаю, сколько здесь разных уровней, да, получается, это мы сейчас уже в третий или там какой-то четвертый уровень прошли. Но самое главное даже не это, а замечаешь, что связь между уровнями все время опасна. Так эта штука висит сама по себе, а ты идешь по стеклу. Дальше снова поднимаешься по стеклу. Вот, и встаешь на то стекло, висишь над большой водой. То есть в этом возникает какая-то пространственная правильная вибрация, как мне кажется. То есть можно было просто поставить там деревянные лестницы, это была одна история. Слушай, как красиво ты говоришь. Пространственная вибрация. Боже мой, вот приятно поговорить с архитектором, а он сразу начинает говорить красивые слова. Да, и когда ты чем выше поднимаешься, тем больше света, да, и ты как бы становишься ближе и к этим соснам, и к этому небу, это, конечно, очень здорово. Это очень красиво. Нам, видишь, мне нравится все-таки тема ущелья, что ли, да, получается. Это вот явное ущелье, разрыв между двумя пространствами, соединенным такими подвесными. Мостиками, да, мостиками, прозрачными, невесомыми практически, да. Да, ну хорошо, смотри, и мы сейчас подходим как раз к выходу, собственно, на крышу. Вот то, что мне нравится, и то, что, о чем я мечтаю, эксплуатируемая крыша. То есть крыша, на которую можно выйти и здесь летом устроить барбекю, загар и, в общем, все-все-все. Хоть танцы. Это здорово.
Ну, это фактически еще один участок, расширение площади участка за счет самой крыши, территории земли получается. Ну, тогда хочется здесь, может, газон, кусок какой-то положить. Может быть, хочется, может, не освоенный. Ну, здесь смотри, здесь я вижу, да, одна решетка, вторая решетка. Это все... Сюда все сливается водичка, да? Внутренний водосток получается. И аккуратненько внутренним водостоком уходит, да? И никаких проблем. Да, есть правильный расчет, просто когда все это слегка подтапливается, и поэтому нет льда. Здорово. Хорошо. Ну вот жалко, что висят ткани, потому что мне кажется, самое здесь, наверное, классное, это то, что видно вот эту вот замечательную природу Николиной горы. Во-первых, да? Они все убираются, а во-вторых, видимо, это как раз момент, когда хочешь интимно проводить здесь время, ты закрываешься. Когда хочешь смотреть на дорогущие особняки вокруг, вот такие вот, то смотришь отсюда. Ну хорошо, ну значит, надо было какие-то ролики сделать, чтобы это все так поднималось куда-то, убиралось. А это, скорее всего, завязывается. А еще видишь здесь штука, которая все ярко освещается, да. Эти штуковины. Они, конечно, выполняют фасадную роль. Это с фасада очень красиво смотрится, да. Мне кажется, здесь даже больше доминирует какая-то такая артовость, что ли, этого момента, что вот, оранжевые тряпки, развиваясь, там, вибрируют над воздухом. Скажи, пожалуйста, а вот еще раз к оранжевому цвету. Это все с самого начала было в этой концепции заложено, что присутствует один доминирующий цвет. Оранжевый — это добавка, нет, конечно. Это лиственница. Та самая лиса, она обязала. То есть захотелось чего-то еще добавить, думали-думали, решили, что самое простое — это оранжевый. И он работает. Белый, оранжевый. На этом фоне радикальном, да, лиственница немножко сама по себе стала более нейтральной. Ну вот то, о чем я говорил, что она, лиственница, призывает выбрать какой-то доминирующий цвет, да. То есть она неплохой материал, конечно, хотя часть тебя прозвучала, что это не очень хорошо. Нет, она замечательная, но просто очень обязывающая. А мне кажется, есть просто еще вопрос моды, знаешь, вот была мода на белые интерьеры желтой древесины. Да. А потом мода ушла, надоела. Захотелось драной серой древесины, еще чего-то. Вот. А если без моды об этом говорить? Кстати, вот сейчас мода уже довольно давно отошла, и сейчас на это смотреть приятно снова. На теплое дерево, на белые стены, на оранжевый цвет. Ну, вот сейчас мы находимся на самом нижнем уровне, правильно, самый, да? И вот мне больше всего нравится именно связка с уровнем нижним и вне дома, да? Скажи, пожалуйста, а не было идеи сделать там воду? Ну, сам Бог видел, да? Да, потому что это объединило бы этот бассейн, и получился такой выход. Да. Ну, немножко не хватило каких-то технических, все довольно непросто, что ли, да? Испарение, вот хотели еще прорезать отверстие вот там, фотостудию, чтобы можно было снимать и наружу бассейна, и внутри бассейна. То есть такая подводная съемка? Подводная съемка. А что помешало? Ну, это же, в общем, такое не очень сложное техническое решение. Как кажется, из-за того, что давление воды очень большое, обеспечить гидроизоляцию на уровне стыка конструкции бетона со стеклом самое сложное. Если надо будет делать целиком ванну стеклянную для этого. Да, есть такое решение, да, бывает, так делают. Но это уже другие деньги. На самом деле, сейчас появились уже некие технологии, которые позволяют это сделать, и сейчас вот у хозяина есть затея продолжить эту идею. Может быть, и подсказать ему и здесь сделать что-то. Но это было бы очень интересно, когда вода там, даже пусть там вода холодная, здесь теплая, пусть она разделена, но вот сама как бы идея выхода стихии наружу, да, и да пусть даже она сама по себе существует. Да, вообще не конечно. Только визуально. Там же может быть вообще небольшой прудик, но зато поверхность воды, соединенная с этой, вот просто визуально, это же очень красиво. Вообще, видишь, здесь в целом возникают интересные связи миров всякие, да, всякие точки, что ты видишь одно через другое, и они все такие слегка мифологические, что ли, на самом деле, не просто так. Непростой такой оверлэппинг, когда ты одно пространство видишь через другое пространство. Оно наполнено еще таким... Не, мне больше всего нравится именно то, что это вот такой еще свет, который я очень люблю, да, свет бассейна, свет воды, да, который проникает сквозь весь дом. То есть и сверху это видно, и особенно с подсветкой, когда бассейн, это, конечно, качество дома повышает в разы, что называется. Да. То есть дом, я так понимаю, эконом-класса, а в итоге... Как бы по размеру эконом-класса, да. На самом деле. Ну, правильный эконом-класс, да. Такой не чрезмерный. Да. А на самом деле он весь насыщен, наполнен всем тем, чем необходимо для полноценной жизни. Да, бассейн – это, конечно, находка. Это здорово для такого дома. Вот 6 лет я живу в этом доме. Каждый день я приезжаю из Москвы, вне зависимости от того, там это 12 ночи, 3 часа утра. Но я все равно еду сюда, пусть даже и завтра рано вставать. И, входя в дом, испытываю, в общем, внутреннюю какую-то такую эмоциональную дрожь. То есть я считаю, что это лучшее подтверждение того, что на самом деле получился дом мечта, и контакт с ним доставляет истинное наслаждение. ¶¶
сам боюсь высоты. Но мне здесь, где я стою на стеклянном мостике, очень высоко над водой, мне на удивление комфортно. И, наверное, в этом и ключ к пониманию этого пространства, которое создано архитектором. Здесь есть моменты опасности, моменты непредсказуемости, но в целом создается ощущение уюта, и здесь человек чувствует себя вполне естественно. И я считаю, что мы сделали замечательное дело, что приехали сюда и посмотрели на это прекрасное и интересное пространство. А с вами мы увидимся в следующих выпусках передачи «Проект мечты».